Всем привет, друзья! В данном видео я вам покажу, как надо сделать сброс на смартфоне Xiaomi Redmi 4X. Для этого вам понадобится нажать на комбинацию клавиш, но предупреждаю, что после сброса это данный способ, это просто сброс на заводские настройки. И после сброса у вас, если был аккаунт Google, то ваш телефон заблокируется. Если вы не помните этот аккаунт, вы не можете попасть в телефон, чтобы его нормально, полноценно использовать. В общем, поехали. Нажимаем на клавишу громкость вверх и питание. И держим до вибрации. После этого отпускаем кнопку включения, а кнопку питания держим. То есть кнопку громкости вверх держим. Вот появляется такое меню, тут можно язык поменять. Нажав на эту вкладку, и выбираем мы тут recovery.